Всем доброе-предоброе утро. Я уже тут на работу собираюсь. Что-то у меня там волос сзади дыбом встал. Смотрите, я вчера ватрушку сделала вот такой вот. Это шоколадная, это не такая. И сейчас буду пробовать перед вами. Шоколадный надо попробовать. Моя запеканка намного вкуснее. Так что делаем запеканку лучше. Но это как-то запеканка вкуснее. Бабушка была у меня в парикмахерской. Я ее сюда довела. До церкви. А там она встретила подружку. Такой вот у меня... как это, сервисио, работа. Она плохо ходит. Эквилибрию не это. В общем, приходится. А палку не хочет брать, представляете? Такая вот странная, говорит. Я с ней старо выгляжу. Старо выглядит с палкой. 86 лет человеку. Ой. И Чарли зато прогуляется здесь у нас по площади. С утра было так, знаете, туман, а сейчас солнце вышло. И прям теплынь, класс. Пошла еще доработаю. Пока клиентов нет. На место. Стоит не сесть, как он тут, как тут. В Facebook залезла, так вот посмотрела, кстати, удалила усики. Поэтому может быть покраснение. И в общем, знаете, что у меня в голову зашло? Что мир сходит с ума. У всех едет ку-ку. Мало того, что эта зараза ходит по белому свету, так еще и у людей уже кукушка уехала далеко и, по-моему, надолго. То стреляют, то громят, то еще что-то. Куда мы катимся? Нас не зараза, как говорится, возьмет, а мы сами себя поуничтожаем. Дома будем сидеть не из-за того, что там опасно или еще что-то, а из-за того, что подстрелить могут или напасть на тебя. Вообще, надо быть добрее как-то, объединиться. Даже вот волки в стае собираются, мы же нет, мы истребляем друг друга. Кошмар. У нас вот тоже вчера показывали по телевизору, какие-то протесты. И знаете, везде малолетки. Вот эти вот малолетки, им которым, наверное, делать нечего. Разгромят протест, если ты протестуешь против чего-то, да? Зачем магазины громить? Ведь за этим магазином стоит хозяин, такой же человек, как ты. Так нет же, его надо разрушить, своровать все там, все на свете. И таким образом хотят доказать, что... Не знаю, если ты там против масок, выйди на улицу и кричи в голос, да? Зачем делать другим хуже? Зачем делать человеку плохо, которого ты даже не знаешь? Вот я вот этого не понимаю. Как говорится, хочешь сделать плохо, сделай себе. Другие-то тут при чем, если у тебя ку-ку едет, правильно? Если ты долбанутый, при чем здесь я? Иди лечись. У психолога, психотерапевта, покупай какие-нибудь таблетки, чтобы спать целыми днями. Потому что если едет ку-ку, то все. Причем у молодых людей. У молодежи. Ужас. А еще у нас тут, знаете, что по телевизору сегодня показывают? Не так говорят о всяком вот этой заразе, как о том, что у наших бывших королей, ну бывших королей не бывает, да? В общем, их в коррупции начинают обвинять, дело раскрыли, что где-то там была черная у них карточка, с этой карточкой они платили всякие там себе удовольствия, там путешествия, королеву, короля обвиняют и, по-моему, внуков.
Представляете, вот так в коррупции. И типа рассказывали, поговорили по телевизору, ну это же все еще пока не доказано. И вот он, какой-то там мужчина говорит, как говорит в Испании, даже если не доказали, то народ уже обвинил. Но это не только в Испании, это везде так. Не успела, как говорится, ты-то что-то сделать, как тебя уже обвинили, во всем осудили, приговорили и все. И потом ходи и доказывай, что ты не виноват. Это будет бесполезно. Люди уже вынесли свой вердикт. Им насрать, что ты там невиновен, что это все не доказано. Они уже сами все приговорили. Бьют куранты 12 раз. Песня такая, по-моему, тоже есть, да? Так что вот так. Мир сходит с ума. У всех едет ку-ку. У всех. Ладно, там я понимаю, там люди безработные, там, конечно, что им делать. Молодежь 16, 18, 17 лет. У них они еще нигде не работали. Они еще учатся. Им-то чего страдать? Их мама, папа кормит. От безделья, от нехер делать, от того, что мало по заднице давали. А в Испании по заднице вообще нельзя давать. Мне кажется, надо бы разрешить этот, как говорится, мера воспитания. Тогда бы, может быть, побольше было бы воспитанных людей. Даже церковь со мной заодно. Такая вот у нас туманная погода. Хочу сейчас убрать вот это вот пепел. Потому что у нас послезавтра вроде как дождик передают. Еще что-то. И потом, если он намокнет, то будет крыша. А пока сейчас белье повешу. Новую стирку положу. Вот. И потом кушать пойду готовить. Смотрите, супчик сварила с рисовой лапшой. Здесь салатик сделала и шашлычок. Ой, прилип. Ой. В общем, всем приятного аппетита. Тут у нас что-то какой-то потоп. Мы тихо шли-шли, вот тут идем, а там ручьи текут. Ну, может быть, здесь пошли, пройдем. Вот Чарли уже пошел. Что, ты не видишь, что он у меня умный? Он уже знает, куда. Не провалиться бы. Что-то затопило там. Чарли, а донде вамо? Куда идти-то? Давай, куда? Туда? Ну, пошли туда. Он не любит воду, поэтому пускай ведет нас, где сухо. Только что-то непонятно, где здесь сухо-то. Эх. Во, блин. Затопило как. Это у нас в деревне, когда весной вот так тоже все тает. Идешь, идешь, потом ух! Где-нибудь вот так травой по колено в сапогах в зимних. Ой, смотри. Так, нет, туда нельзя. Вот я тоже так. По колено. Да, затопило что-то тут. Ну-ка, а вот тут, если вот там перепрыгнуть. Вот этот вот островок мне как-то смущает. Чарли, ну-ка, проверь. Я думаю, там нельзя. Ну-ка, проверь, Чарли, аки? Мама, аки? Ну-ка. Не? Не? Аки, мама, аки? Слушай, ну сухо! Ой, не, не сухо. Чарли, мне кажется, тебе нужно вернуться. Не, он-то легкий. Там вот здесь. Где? Вот здесь. А нет, там тоже на пепел. Нужно все ходы и выходы. Женщины, вы как туда прошли?
Ну-ка, пойдем вон там посмотрим. Чарли, надо будет... Ой, ой, бедный, бедный ребенок. Бедный ребенок, он так воду не любит. Бенкаки, 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 кома, бен. Ну все, утонул. Это ему уже по барабану вода. Ой, а я куда-то иду? Слушай, я вот, а вот тут. А? Она там, я тут. О, о! Да, только вот мне осталось вон туда еще. Бедный Чарли. Пирате, Чарли, пирате. Здесь еще змеи, змеи могут быть. О, Господи. Там еще мужики идут. Ой, мадре мия. Блин. Ой. Ой, как же. Эх, дороги. Светка там вылезла. Ну и мы тоже тут вылезли. Обратно потом тоже идти. Ой, колючие какие вот эти штуки. О! Мужики поплыли. Там небольшой. Че, Чарли, промок? Дима, я сладкая рыбка. Все промок. Ему так вода не нравится. Заставили его мокнуть. Да, да. Приключения русских в Испании называется. Женщина вон сняла свои чеблеты. Наверное, там тоже проходило так. Сегодня там много народу. И мы решили туда не ходить. Какие-то рыбаки. Смотрите, какое море шикарное. У Чарли сегодня случился банный день. В общем, когда мы возвращались обратно, вот... Там навстречу шли тоже женщины с собакой. В общем, собаки мы прошли с подругой нормально. А Чарли там от нас отстал и бежал к нам, бежал. И, в общем, как и получилось, знаете, там такая дырка, наверное, или что. В общем, он туда нырнул, чуть вообще не утонул, представляете? Ну, собаки хорошо плавают. В общем, он прям нырнул с головой, представляете? Я так испугалась, думаю, блин, мы такие стоим, четвером смотрим. Две женщины с той стороны. На! Чучу тебе. Вот. И я такая, я думаю, блин, но он быстро сообразил, вылез из этой, как говорится, лужи глубокой. Чё, мама Ладуча? Да? Ты в душ сходил? Он знает это слово мама Ладуча, и когда он... Зато такой чистый, хороший. И, в общем, всю дорогу шел мокрый. Благо, на улице хорошо, тепло. В общем. И он пока домой дошли, он уже весь высох. Но все равно, знаете, грязный там или еще что. В общем, я его искупала. Потому что непонятно, что там за лужи. Не пойму, откуда там эти лужи взялись. Вот. Ну, вот так вот. Такой вот он у меня теперь мокрый, чистый. Да, мининюцико? И вкусно пахнущий. У меня уже была идея покупать его. Но вот сама жизнь расположила все, как есть. Вот так вот. Мы предполагаем, а Бог располагает. Или наоборот. Что бы мне поделать? Чаю пойду себе сделаю. Лежит на своей кроватке. Так, кто-то идет. Наверное, может быть, муж. А я вся груш. А я тут уже почти смонтировала и понимаю, что я с вами не попрощалась. Кене, Чарли? Кене? Кто там? Кто там? Ай, нет, соседь. А вот. Или, может быть, не соседь. Такой пушистый, когда он только что из душа. Такой пушистый, такой прям классный. Вот, я его не высушила, потому что у нас не холодно дома.
сказала Оксана, укутываясь в теплый халат. Нет, правда, дома не холодно, поэтому... А если зимой, я его обычно не купаю. Ну, если только по мере необходимости. И тогда уже, да, сушу. Вот. Ну, а сейчас тепло, вроде как не дрожит, нормально. Он уже почти сухой. Ладно, буду я с вами прощаться. У меня завтра кое-какие планы, но у меня завтра есть кое-какие планы. Так что подписываемся, друзья. Спасибо за ваши комментарии. Встретимся с вами завтра и посмотрим, что там будет ли место иметь мои планы, свершатся ли они. Что-то уже язык за это заплетается. Наверное, уже все. Нужно отдыхать молча. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.